Среди нас есть уже между нас има через три дня все знающие, все понимающие. Такива, които са за три дни всичко знаят и разбират. И абсолютно что? И абсолютно какво? Точности во всем разбирающиеся. Със сигурност всичко разбират. Всичко, от всичко разбират. И он на меня смотрит и говорит. И той ме гледа и ми казва. Мастер. Мастер. Когда вы начнете? Кога ще започнете? Нам секреты открывать. Да не разкривате секрети. Я абсолютно все, что вы меня научили. Всичко, на което сте ме научили. У меня ничего не получилось. Съм го направил и нищо не ми се получи. Я смотрел на него. Аз го гледах. Думал. И мислех. Сейчас мне подохнуть. Сега ли да издъхна? За то, что общаюсь с этим идиотом. За то, что общуюсь с този идиот. Или потом повеситься. Или после да се обеся. Чтоб с ним больше не общаться. Така че повече да не общувам с него. Хорошо, что рядом сидящий. Добре е, че тези, които седяха до него. Сидел другой мой ученик. Имаше още един мой ученик. К этому моменту его состояние было в районе 300 миллионов долларов. И той состоянието му беше около 300 миллиона долара в този момент. Он от него спросил. И той попита. Вы давно с мастером? Вие отдавна ли проходите обучение? Вие отдавна ли сте до обучение с мастера? Он назвал цифру, это год. И той каза годината. Он говорит, я пришел к мастеру через год, оказывается, после вас. И той казва, аз съм дошъл една година след вас. Уже? Уже 10 лет с ним, 9 лет. Вече 9 години съм с него. Почему я в течение 9 лет? Защо в течение на 9 години? Вас не видел. Не съм ви виждал. Я 9 лет Аз 9 прохожу обучение. Години преминавам обучение. Когда приехал, когато я квартиру снимал. Дойдох, аз наемах квартира. Сейчас у меня, я женат. Сега съм женен. У меня 4 детей. 4 деца имам. И говорит, и обеспеченный. И съм рядом сидящий, скажи. А кажи на тези. Он говорит, у нас очень гордый и ни к чему не верящий. А казва, той е много горд и в нищо не вярва. Он не понимает. Той не разбира. Слово обеспеченность. Думата обеспеченность. Он сказал, мой актив около 300 миллионов долларов. А, и той казва, моят актив е около 300 миллионов долларов.